сладости. Это сладкая еда. Конфетка, да. Они сделаны из молока и шоколада. Шоколад делают из шоколада. Когда поедят что-нибудь полезное, тогда и едят. Когда день рождения. Если мы переедем, съедим... Может. Не стоснет, а аппетита не будет. А, да. Пойди ко мне. Лучше в шапке. Когда наешься много сладости, не будешь есть, которые очень вкусные, горячие. А взрослые едят сладкое? Нет. Не едят. Ну, едят, но не любят. Потому что может кариес завести. Я не очень люблю есть конфеты, потому что у меня потом зубы болеют. Я люблю курицу, потому что там жир, как жвачка. А зачем раздают, если они вредные? Ну, Дед Мороз так раздает, а почему раздает, мы не знаем.